Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Туба Бюйкустун и Энгин Акурик устали от напряженного рабочего графика и проектов. Поклонникам понравилась гармония и энергия дуэта на экране, и они хотели чаще видеть их вместе. Однако паре долгое время не удавалось встречаться и проводить время вместе. Наконец они решили устроить себе праздник, и этот сюрприз порадует и их поклонников. Туба и Энгин выбрали один из самых красивых городов Эгейского моря для уединенного, тихого и романтического отдыха. Этот город, известный своей великолепной природой и синим морем, стал для них идеальным местом отдыха. Свои планы на отпуск они держали в полной тайне, делясь ими только с самыми близкими друзьями и семьей. В первый день праздника они приехали в город рано утром. Их ждала небольшая, но очаровательная вилла, приготовленная для мирных дней у моря. Пока Туба вдыхала запах моря, Энгин улыбнулся ей и сказал: «Это именно то, что нам нужно». «Да, это рай», — ответила Туба, также улыбаясь. Свой первый день они провели на пляже. Они вместе купались в море, наслаждались солнцем и долго гуляли по пляжу. Вечером выбрали небольшой ресторанчик для романтического ужина прямо на берегу моря. Этот особенный ужин при свечах и под шум волн был незабываемым для них обоих. Энгин посмотрел на Тубу и сказал: «Этот отпуск – прекрасная возможность не только расслабиться, но и лучше узнать друг друга и добавить новое измерение в наши отношения. Да, очень приятно быть здесь с тобой. Прожить эти моменты вместе очень ценно для нас», – ответила Туба, держа Энгина за руку. За время отпуска они исследовали каждый уголок города. Они гуляли по улочкам, делали покупки на местных рынках и впитывали историческую ткань города. Они также вместе ездили на велосипедные туры и в полной мере наслаждались природой. Благодаря этому празднику Туба и Энгин укрепили свою связь друг с другом. Однажды они поднялись на высокий холм в городе. Отсюда весь город и море были у их ног. Когда солнце садилось, они стояли перед этим великолепным видом. «Это место действительно очаровательно», — сказала Туба, очарованная волшебством этого момента. Энгин выразил свои чувства к Тубе, сказав: «Ты так же очаровательна, как и этот вид». Когда наступил последний день праздника, никому из них не хотелось уходить. Однако они были счастливы вернуться, забрав с собой эти прекрасные воспоминания и возобновив свою любовь друг к другу. Прощаясь, Энгин сказал: «Этот праздник стал для нас началом. С этого момента мы будем проводить больше времени вместе». Туба обняла его и ответила: «Да, я хочу прожить каждое мгновение вместе». Этот неожиданный романтический праздник Туба Бюйкустюн и Энгина Акурека согрел сердце не только их самих, но и их поклонников. Это особенное время, проведенное вместе, укрепило их отношения и оставило незабываемые воспоминания поклонникам. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.